Сорока – птица из семейства врановых. Из рода сорок, благодаря характерному черно-белому оперению и необычно длинному хвосту, сорока неповторима и легко узнаваема. Эта красавица считается одной из самых умных птиц. Сорока – единственная известная на данный момент птица, способная узнать себя в зеркале. В отличие, например, от попугая, главным мифом про сорок является утверждение, что они наделены воровскими повадками. Они якобы падки на блестящие предметы, которые воруют и потом используют для украшения гнезд. В реальности сороки не воровки, они просто любопытны. Эти птицы проявляют интерес к различным предметам и предпочтение именно блестящим вещам не отдают. И все дело опять-таки не в превзойденных интеллектуальных способностях как сорок, так и всех врановых. С вами канал Планета Земля.